В первый из трех дней голосования сделал свой важный выбор для всей страны главный энергетик ПАО «Уралкалий» Рюмкин Алексей Алексеевич. Еще 26 февраля он подал заявление об участии в дистанционном голосовании. Калийщик активно участвует в политической жизни нашего города и никогда не упускает важный момент для всей России. Мне кажется, что участие в выборах – это не только наше право, закрепленное в Конституции, но и гражданский долг каждого из нас. Тем более, что сейчас проголосовать можно не только на избирательном участке, но и без отрыва от работы или из дома дистанционно. Я этой возможностью воспользовался, все получилось быстро, хорошо, очень удобно.